Ох. Ты о чем? Леша вернулся. Как так? Быть беде. Представляешь, на обратный рейс до Варшавы билетов нет. Даже не знаю, как буду добираться. Саш. Тебе еще не надоело мотаться туда-сюда? Никита, иди завтракать. Надоело. Кстати, хотел с тобой об этом поговорить. Говори. А давай вернемся домой. В смысле? Ну, в смысле, в село. На ферму. После смерти отца там совсем нет хозяина. А ведь мой отец ее создавал, можно сказать, с нуля. Нельзя ее просто так продать. Так не продавай, пускай этим Андрей занимается, твой брат. Он же там, на месте, ему не надо мотаться между двумя странами. Ну, какой из Андрея фермер? Он спит и видит, как переехать в город. А какой фермер из тебя, айтишника? Ну, я думал, что ты меня поддержишь. Подожди, ты что, серьезно? Да. Прости, что я напоминаю, но у тебя контракт с солидной европейской фирмой. Да. У меня моя любимая работа. Мои девчонки-юниоры уже заявлены на чемпионат Европы. У Никиты школа. Кстати, ты знаешь, что он получил высший балл по польскому? А теперь... Отгадай правильный ответ на вопрос, что мы все забыли в селе Бергулевка. Ну, ведь не совсем так. Это очень перспективный бизнес. И, между прочим, я там и по своей профессии найду работу. Понимаешь, я хочу сделать умную ферму. Знаешь, все компьютеризируем. Я на тренировку опаздываю. Никита, иди есть, уже все остыло. Мапа, чё шумите? Что-то случилось? Твоего папу заела ностальгия. Я думал, у нас в запасе как минимум лет 20, а нет. Зов предков. Я не понимаю твоей категоричности. Не понимаешь? Не понимаю. Ну, пусть не понимаю, но ты пойми меня. Где-то мой шанс реализоваться, чтобы исполнилась моя мечта. А что насчет меня? Моих желаний? Отлично поговорили. Никита, я жду тебя в машине. Да, хорошо. Ну, а что вы, молодой человек, думаете? Па, если мое мнение действительно кого-то интересует, то я от этой идеи тоже не в восторге. Прости. Понятно. Все, я побежал. Молодец, можешь идти переодеваться. Готовим малышей. Так и сказал, полетели на ферму. Угу. Это круто. Я даже не представляю, как ему такое в голову могло прийти. Ну, может, у него есть какие-то серьезные основания. Какие?
для мужчины реализация – это как пойти за мамонтом и добыть его. Зофи, ну какие мамонты? 21 век на дворе. Да и потом этих мамонтов достаточно настреляли за последние 10 лет. Ладно, ты иди, начинай тренировку, я сейчас. Умница. Джин добрый. Никита, заканчивай. Да, сейчас только уровень пройду. Ну что, дозвонилась? Нет. Сейчас буду звонить дяде Андрею. Алло? Алло, Андрей, привет. У вас там все в порядке? Да все в порядке. Сашка только прилетел и сразу в бой. А что? Да нет, ничего, просто волнуюсь. Он на звонки не отвечает. Да не переживай, телефон в офисе забыл. Перезвонит. Ты если раньше его увидишь, скажи, чтобы он мне перезвонил, хорошо? Да не вопрос. Хорошо. Давай, пока. Пока. Тело нашли в озере, на живых ключах, в том же месте, где погиб отец. Блин, я не понимаю, что случилось. Оля! Оля! Саша, нет! Саша! Как ты? Я не знаю. Спасибо, что разрешила похоронить Сашу здесь, рядом с родителями. Мы с ним поссорились перед вылетом. Он хотел вернуться и остаться. Соболезную. А я нет. Вот как вышло. Он вернулся и остался. Оля, я понимаю, этот вопрос неуместен, но вы сейчас улетите, и я должен понимать, что будет с фермой. Андрей, пожалуйста, я тебя очень прошу, давай не сейчас. Ты прямой наследник. У Саши было 50%. Ты об этом. Мне ферма не нужна. Может, ты подумаешь?
Нет, я все решила. Эту ферму создавал ваш отец, поэтому подготовь документы, я все подпишу. Хорошо, я все сделаю. Оленька, ты держись. У тебя Никита. Спасибо вам. И вам спасибо. Андрей Егорович. Да. Ну что там? Ты о чем? Ну, что будет с фермой? Люди спрашивают, нервничают. Да не знаю пока. Мне ожиданно все, что они не понимают. Не, ну, все же семьи, дети. Да знаю. Короче, скажешь всем, что я буду единственным владельцем фермы. Пусть успокоятся. Зарплаты останутся прежними. Это точно? Не нужна Ольге ферма. Это хорошо, что не нужна. Dziękuję bardzo. Что-то ты мне не нравишься. Я сама себе не нравлюсь. У врача была? Была. Выписал мне таблетки от депрессии. Помогают? Нет. А Никита как? Никита... Никита лучше, чем я. Мне кажется, что он смирился. А я понимаю, что ничего не будет. И это знание превращает меня в пустоту. Все будет, только без него. Мне ничего не нужно без него. Я все думаю, зачем он полез в это озеро. Полиция же дала тебе официальный ответ. Дала. Ни следов алкоголя, ни насилия, ничего не обнаружено. Он просто решил искупаться. В октябре. Ты в это веришь? Прости. Да, Андрей? Ой, я совсем забыла. Андрей, скажи, я смогу это сделать дистанционно? Я поняла, хорошо. Ладно, я прилечу, я куплю билет и тебе позвоню. Пока. Это кто? Это брат Саши. Я должна туда полететь, подписать документы о вступлении в право наследства, передаче моей доли Андрею. Это хорошо. Не в смысле, что ты отказываешься от наследства, а то, что ты имеешь возможность попрощаться и начать жить заново. Ты думаешь? Точно тебе говорю. Ну что? Да все нормально. Не передумала, прилетит. Я не верю. Мы будем полноценными владельцами фермы. Слушай, я недавно тут один сюжет видела. Там полная автоматизация кормов. Выбираешь... Я продаю ферму. Как продаешь? Кому? Копылову. Зачем? Ну, потому что мне не нравилось этим заниматься. И я не хочу этим заниматься. Подожди, почему я узнаю об этом в последнюю очередь? Почему в последнюю? В первую? Он только вчера дал согласие ее купить. Еще бы он не дал согласия. Мы почти банкроты. Это же прекрасная возможность купить ферму за копейки. Он дает хорошую сумму. И вообще, ты что, реально собираешься всю жизнь у коров роды принимать? Так не в этом же дело. А в чем? Да я хотела. Да как ты не понимаешь? Семья, дети. Да у нас нет детей. Юль! Прости, я не хотел тебя обидеть. Но ты же знаешь, чем больше денег, тем больше шансов забеременеть. Да. Ладно, мне надо уже на работу бежать. Еще с нотариусом надо встретиться. Давай.
Да-да. Приятной сухомятки. Привет. Ну, в общем, провел я аудит фермы братьев Хворост. Нам еще нужно 10 гектаров под корма. 10? Где же взять-то? Ну, допустим, они у нас есть. Через сколько вновь выйдем? Учитывая все риски, в лучшем случае год-полтора. Года полтора. Ну ладно, поговорю с Ивановичем насчет земли. Ну, будем пробовать ее искать. Надо не пробовать, надо найти. Иначе продажи придется сокращать. Клиент уйдет, не вернешь, сам знаешь. Понимаю, решу. Серега, а чего ты с Хворостом торговаться не стал? При их раскладах он бы процентов 20 уступил, а может и больше. Не хочу. Не люблю плясать на костях. Ну, как знаешь. Ладно, жду ответа по земле. Угу. Еще раз все подобью. Давай. Давай. Так. Иванович. Алло. Иван Иванович. Копылов. Ну что вы все про нас? Как вы тут? Там у нас тоже все в порядке. Юлька завтрак приготовила. Ждет нас дома. Андрей, давай заедем по дороге на кладбище к Саше. Хорошо. Поехали. Молодой человек, дайте пройти. Не спеши, мужик. Контора твоя никуда не денется. Вы что себе позволяете? Что, что вам нужно? Пошел, пошел. Странно. Я помню все по-другому. Это папины инновации. После того, как вернулся от вас, сказал, теперь все. Хочу все, как в Европе. Договорился с главой, вот они вместе тут порядок и навели. Вот там вот в лесу осталось еще несколько старых домов, там бабки доживают. А там в основном сотрудники ферм поселились с семьями. Детсад, школу привели в порядок. Видишь, ма, а ты думала, тут ужас. Выгружаемся. Привет. Спасибо. Никита, иди помогай. Юлечка, привет. Привет, Юлечка. Ты чего это тут? Ничего. Гардероб перебираю. Скоро вообще ни во что не влезешь. Что людям скажем? Почему я должна им что-то говорить? Кому какое дело? Ты дурочку не корчь. Нас и так мало кто любит. Стыда не оберешься. Ничего, переживу. Ну-ну. Еще тошнит? Угу. Я вот тут тебе кое-что насобирала. Специально для тебя. Держи. Пей. На ночь и утром. Поможет. Говорят, Сашкина жена приехала. Приехала. Только ты чего уж больно радуешься. Не к добру это. Ой, все, хватит. У тебя все к беде, все к покойникам. Подпишет она документы, и все будет хорошо. О. Если подпишет. Поняла? Что ты сказала? Попробуйте, это я сама приготовила. Это из коровьего молока, это из козьего. Я тут недавно с твердыми сырами заморочилась. Вот теперь жду, получится или нет.
Это очень вкусно. Никита, положи телефон, попробуй. Да, сейчас только Wi-Fi настрою. В смысле не получается? Мы же договаривались. Хорошо, когда вы вернетесь? Подожди, так... Ну так, так а что мне теперь? Ладно, разберусь. До свидания. Что случилось? Да нотариус какой-то странный. Бубнит, половину слов не разобрать. Уехал куда-то. Ладно, ничего страшного. Подожди, а как же мы теперь все подпишем? Ты можешь остаться еще на пару дней? Я все улажу. Ну, я не рассчитывала. У меня работа, у Никиты школа. О, законнектился. Наконец-то нормальная скорость. Мат, а что с этой школой случится? День-два все равно ничего не решают. Ну ладно. На гостинице тут есть какая-нибудь приличная? А ты в своем доме остаться не хочешь? В каком своем доме? Ну, Саша для вас дом построил. Сам собирался переезжать. Он что, не рассказал? Нет. Сюрприз, наверное, хотел сделать. Но если не хотите в вашем доме, оставайтесь у нас. У нас места полно. Да нет, мы лучше в доме. В своем доме. Юля, принеси ключи. Они в ящике в столе. Там ключи от калитки, от дома, и машина в гараже стоит. Да, кстати, дом отсюда видно. Если хотите, могу провести. Да нет, я думаю, что мы сами дойдем. Только надеюсь, у нас дом не в виде куба. Ну тогда я себе брелок заберу. Да, мам. Ну, папа и супер-бизон. Отгрохать такую домину и ни разу не проболтаться. Да. Дом с большими окнами и высоким крыльцом. Как я хотел. Не сам он утонул. Помогли ему. Что? Потревожили ключи. Леша вернулся. Отца забрал, сына забрал. Никого не пощадил. Бабушка! Смерть была, смерть будет. Никого не пощадит. Всех заберет. Вы простите, это моя бабушка, она сумасшедшая. Ходит, всех пугает. Да. Пойдем домой. Извините еще раз. Ничего, ничего. Я понимаю. Зачем ты пошла к ней? Чего ты лезешь? Правду люди говорят, ведьма, ты ведьма и есть. Я ведьма? А с чужим мужиком крутить, это как называется? Сама закрутила, сама я разберусь. Главное, что было с кем разбираться. А там поступай, как знаешь. Ну что, наконец-то на нашей улице праздник. Ты о чем? Здравствуйте, никто не в курсе? Давай рассказывай, работать надо. Продают нас потрохами. Кому продают, откуда знаешь? Копыловские подтвердили. Серега Копылов нашу ферму выкупить решил. Так, что случилось, почему не на месте? Виктор Олегович, говорят, нашу ферму продают. Первый раз слышу. Это правда, мой муж продает ферму Сергею Копылову. Это точно? К сожалению, да. Сделка должна была состояться сегодня, но там что-то с нотариусом, поэтому ненадолго отложили. Работаем, работаем. Пойдем. Там Милка должна отелиться, надо все подготовить. У тебя 18:00 на нашем месте.
я тут поселюсь. Все ок? Да. Ты что-то сказал? Говорю, я в комнате напротив упаду. Да, падай. Я сейчас в магазин схожу, нужно что-то к обеду купить. А, чипсов купи. Да, хорошо. Хорошо? Мам, точно все в порядке? Еще раз спросишь, я передумаю. Ладно, ладно, я у себя. К нотариусу дозвониться не могу. Трубку не берет. Ну ничего, они должны быть еще в райцентре. Сначала поедем к ним, подпишем передачу прав, а потом договор купли-продажи. Андрюш, может быть, ты передумаешь? Юля, не начинай. Всем от этого будет только лучше. И Копылову, и ферме, и работникам, и животным, всем. И главное, тебе, да? А тебе нет. Ну, я люблю свою работу. Я в конторе. Последний раз, слава богу. Гений парковки. Что творите? Что я творю? Это я перегородила своим катафалком пол улицы. 5 минут подождать вы не могли? Послушайте, уважаемый, как вас... Сергей. Сергей, я вам сигналила, пыталась проехать. Ноль реакции. Я в душе был. Я должен был к вам голый выбежать. А надо правильно парковаться, тогда не нужно будет бегать. Барышня, здесь еще один дом и тупик, здесь кроме меня никто не ездит. Это мой дом, и теперь здесь буду ездить я. Поэтому я вам советую парковаться не поперек, а вдоль улицы. Буду знать. А вы, милая, не кричите. У женщин от этого морщинки появляются. Хам! Психопатка. Никита, ты меня слышишь? Я сейчас к дяде Андрею, потом к нотариусу, хорошо? Угу. Еда в холодильнике. Можно я посплю? Ты петухи, иди, то ты... Привет. Привет. Доброго здоровья, Ганна Матвеевна. Андрей где? Уже у нотариуса документы проверяют. Невинно убиенный. Невинно. Я не понимаю, о чем вы. Простите, мы спешим. Слушай, а кто это? Бабка Ганна, местная сумасшедшая. Деревенские считают ее ведьмой. Она вчера тоже приходила и твердила о каком-то невинно убиенном. Ой, не обращай внимания. Мало ли что ущипнутой на уме. Юль, а как свекор умер? Нашли мертвым возле озера. Лежал, держался за сердце. Острый инфаркт. Возле озера это где Саша утонул? Да. Понятно. Знаешь, я рада, что Андрей решил продолжить дело отца. Саша мечтал видеть ферму процветающей. Оль, Андрей продает ферму. Продает? А когда? Сегодня, сразу после того, как ты подпишешь документы. Кому? Сергею Копылову. Он хозяин агрофермы. Он занимается кормами. Все поля вокруг – это его. Кстати, он твой сосед.
сосед. Вот, возьми. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, подписали уже? Нет, ждем звонка. Надо обмыть это дело. Управляющий по шапкам не надает за утреннее возлияние? Мы ж так не сильно. И кому охота работу терять? Он что, не человек? Да. И тут вроде даже сокращения не будет. Вы же здесь? И вам, Ольга Николаевна, доброе утро. Если оно доброе. Прошу. Сначала подпишем акт передачи. Потом перейдем к документам купли-продажи. Пожалуйста. Поставьте подпись возле фамилии. Оль, что-то не так? Почему ты мне не сказал, что продаешь ферму? А какое это имеет значение? Ему? Мне? Да. Саша хотел, чтобы ферма осталась в семье. Но Саши уже нет. Зато есть я. И я не подпишу. В смысле? Я вступаю в права наследства, и как совладелец, я отказываюсь продавать ферму. Ты что, с ума сошла? Ольга Николаевна, вы, видимо, не в курсе. Дело в том, что ферма ваша банкрот. Год этот она не переживет. Я даю за нее хорошие деньги. Я все сказала. Ты что, в хозяйку решила поиграть? Ну, давай, вперед. Только учти, на мою помощь можешь даже не рассчитывать. А вам не надо полфермы? Я с психопатками не работаю. Да, слушаю. Понял. Скажу. Ну что, говори, не томи. Не подписали. Теперь у нас новая хозяйка. Ольга Николаевна Хворост. Да, она сейчас нахозяйничает. Придется новую работу искать. Чего, я за границей не сидит? Да, хватит! Новость, конечно, не из лучших, но у нас есть силы все исправить. И как ты собираешься все исправлять? Исправлятор. Ты на ней женишься, а потом фирму на себя перепишешь? Глупая ты баба, Зинка. Ну, а ты по мне тебя буду. Если ты такая умная, то давай, предлагай. Ну, есть идеи? А у меня есть. Федорович, ты если хочешь что сказать, говори. Нужно такую райскую жизнь этой заграничной мадам устроить, чтобы она свою долю Копылову продала. Ты сам придумал или кто подсказал? Зинка, тебе что не предложи, все не так. Как с тобой Петя же? Слышь, ты давай моего Петьку не трогай, а то всю жизнь будешь на стоматологов работать. Ой, все. Ну, говорите. А что тут думать? Выбора у нас нет. Либо ферма остается у этой, либо, как Федорович говорит. Кто за? Я за. Я за. За это и выпьем. Что значит мы остаемся? Где мы остаемся? Тут? В этой дыре с петухами? Никита. Что Никита? Я уже 14 лет как Никита. У меня 50 тысяч подписчиков на Ютубе. Что мне им теперь показывать? Ник, я прекрасно понимаю, что это все неожиданно для тебя. Неожиданно? Неожиданно это, если бы ты вдруг зеленый покрасилась. Я бы сильно удивился. Но остаться я не согласен. Ник. Ну, папа хотел... Мам, ты себя слышишь вообще? У папы были планы, он хотел умную ферму, и он сделал бы. Что ты будешь делать с коровами? Тройному тулупу учить? Ты не прав. Я прав. И ты прекрасно об этом знаешь. Мам, ну что на тебя нашло? Ты же не хотела этим заниматься. Сынок, просто мне кажется, что здесь что-то не так. Что папа погиб не случайно, понимаешь? И я хочу в этом разобраться. Ты еще и в детектива решила поиграть. Никита. Понятно все.
что Сашка натворил. И как мне теперь быть со всем этим? Ну, я думал, что ты меня поддержишь. Я тебя поддержу. Да-да. Извините, вы заказывали. Да, оставьте как есть. Еще что-нибудь? Нет, спасибо. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия. Я спрашиваю, почему вы до сих пор не оплатили семена? Вы что, хотите посевную мне сорвать? Так бухгалтерия. Что бухгалтерия? Уже не находится бухгалтерия. Или мне за вас сходить туда? Сергей Владимирович, не помешал? А вы свободны. И чтобы завтра все документы были у меня на столе. Конечно. Здорово. Лютуешь? Ай, с утра настроение испортили. Я вот как раз по этому поводу. Что делаем с новыми наделами? Возвращаем. Откуда эта зараза свалилась нам на голову? Слушай, а можешь не спешить? Женщина непредсказуемая. Но вдруг передумает, а? Ладно, я подожду до понедельника. Если ничего не изменится, пойду опять в сельсовет, к Иванычу поговорю. Ты бы знал, какого труда мне стоило получить эту землю. Зараза, живет по соседству. Со всех сторон обложила. Не кричи. Ты ее видел? Мелкая, тощая. Ну куда ей ферма? Сбежит через месяц. Максимум. Вот что-то подсказывает мне обратное. Фу, слава богу, жива. А я уж все передумала, пока бежала. Ты почему телефон отключила? Не хочу разговаривать. С кем? Ни с кем. Что с фермой? Только не делай вид, что ты не в курсе. Добилась, чего хотела. Все. Уже никто ничего не продает, а никто никуда не уезжает. Радуйся. Ты не ори. Еще спасибо мне скажешь. Леший он тут. Он ждет. Да отстань ты от меня со своими пророчествами. Каркаешь и каркаешь. Да каркалась уже. Я твой любимый пирог испекла. Будешь? Не хочу. А ты куда? Гулять. Осторожней. Мам, не начинай. Мне нужно найти хоть что-то, о чем можно стримить. Иначе у меня благодаря тебе за неделю ни одного подписчика не останется. О, здрасте, тетя Юль. Не подскажете, что у вас есть интересного в деревне? Ферма. А, проехали. Юль, проходи, я на кухне. Что это с ним? Бунт. Не понял моего решения остаться. Честно говоря, я тоже не поняла. А Андрей что? В бешенстве? Не знаю, не видела его. А звонить не хочу. Пусть немного успокоится. Почему ж ты передумала? Подумала, что это будет предательством. А предать Сашу я не могу. Еще Копылов этот мерзкий. В общем, все, что не делается, все к лучшему, да? Да ладно, не переживай. Я так-то даже рада, что ты не подписала столько труда и все бросить. Спасибо тебе. Я думала, что меня все проклянут. Только не я. Здорово, друзья! Это снова я, Никитос, и это новый влог. За моей спиной находится Вергулевская школа, в которой мне предстоит Привет! Ты новенький? Да. Слушай, я и так уже 5 дублей запорол. Ты не можешь выйти из кадра? А, прости. А что ты снимаешь? Это видео для блога. И что, это кому-то интересно? А что, у вас есть что-то интереснее?
Ну, если не боишься, можно пойти на капище. Куда-куда? На капище? Да. Пошли отсюда, быстро. Зачем? Так, ничего не говори, не делай, понял? Опа, еще один ботан нарисовался. Вы что, кучкуетесь? Отвали, пойдем. Слышь, тебе что надо? А ты что, борзый, а? Слушай, его надо проучить. Пошли. Ясно. Юля, можно вопрос? Ну, конечно. Саша тут год жил. И оказалось, что я ничего не знаю. Ну, например, про дом этот. Что ты конкретно хочешь узнать? Скажи, его видели с кем-нибудь? Что ты имеешь в виду? С другой женщиной. Я тебе так скажу, у нас тут слухи быстро разлетаются. Но конкретно Саше ничего такого сказать не могу. Хотя... Что? Тоська тут одна за ним увивалась. Тоська? Угу. Внучка бабы Ганны. Она в сельсовете секретарем работает. Вот так между нами, за всеми мужиками. Охотится. Ну что, ты мне покажешь все на ферме? Ну, конечно. Так что они вообще от тебя хотят? Ничего. Они просто уроды. Так почему ты родителям не расскажешь? Чтобы папа их убил и сел в тюрьму? Ну их. Они ко всем цепляются. Проще не обращать внимания. Очуметь. Скажи, клево. Да. Слушай, ну а что местные-то боятся? По легенде, место считается проклятым. Типа, кто сюда придет, тот в скором времени умрет. Бред какой-то. Ну, очень удобный бред. Можно прятаться от Михи и его отморозков. Эх, батарея села. Ладно, завтра приду, сниму. Идем обратно? Сейчас только соберу все. Ух ты, что это? Это браслет моего отца. А, что он тут делал? А легенда это о чем? Ой, мам, ну там такое. Короче, поспорили когда-то Водяной и Леший, кто из них дальше камень донесет. Леший оказался круче, и Водяной вывел из земли родник, который разлился в озеро. Леший шел, споткнулся, выронил камень, упал в озеро и утонул. Там, где камень, теперь капище. Проклятое место. А кто потревожит ключи, он типа скоро умрет. А какие ключи? А, да это место, где леший тусуется. И что, местные в это верят? Счастье, да. Дикость какая-то. И бабка это про лешего говорил. Мам, ты думаешь, что... Что? Что папу убили? Я не знаю, сынок.
Но я очень хочу узнать. Мам, я тут подумал. Ты не парься из-за меня. Надо остаться, значит, надо. Спасибо тебе. Я не понимаю, что вы от меня хотите? Я хотела бы ознакомиться с материалами следствия. А что вам еще не ясно? Экспертиза подтвердила, что это был несчастный случай. А вскрытие что показало? Что в холодной воде произошло сужение сосудов. И все, несчастный случай. Ну, поэтому мы закрыли дело за отсутствием состава преступления. Но у Саши было здоровое сердце. Гражданочка, что вы от меня хотите? Есть результаты экспертизы. Вот вы мне говорите, он был здоровым. А я вам на это скажу, что вы просто не все знали о муже. Я тебя прошу, ты подумай. И когда я вернусь, мы обо всем серьезно поговорим. Саш, это не обсуждается. Я никуда не поеду. Ну, послушай. Я понимаю, ты чувствуешь себя обязанным. Твой отец нам очень помог. Но его больше нет, и ты не обязан продолжать семейный бизнес. А я тем более. Ко мне? К вам, если вы нотариус. Специалист по брачным контрактам. Кстати, Хворост. Я по делу фирмы Хворост. Хворост. Помните, вы оформляли... Хворост? Не помню. И вообще, я в отпуске. Ну, я хотела уточнить кое-какие детали. Послушайте, мне проблемы не нужны. Я обычный нотариус. И решайте свои проблемы сами. Вы о чем? О том. Похоже, кто-то сильно не хочет, чтобы сделка состоялась. Кто не хочет? Да откуда я знаю, кто? 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 Я теперь тоже не хочу. То есть мне все равно. Без меня только. Без меня. Вы дверь не закрыли? Че стоим? Кого ждем? Начальство новое. Да, сейчас посмотрим на эту мадам заграничную. О, идут. Доброе утро. Доброе утро. Я думаю, вы все в курсе. Я жена, то есть вдова Александра Егорыча. И теперь руководить фермой вместо него буду я. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы... Есть. А в курсе вы, управляющая, что такое фуражная корова? Какие корма и когда надо давать? Как проходит отел? И вообще, что со всем этим делать? Ну, все, понеслась. Чего ты начинаешь? Слышь, ты мне рот не затыкай. Встали тут, язык спрятали в одно место. Или, может, кто-то не так думает, а? Сейчас она тут накомандует, разрушит все, что осталось, и умотает, откуда прибыла. А нам что со всем этим делать? Так работы нет. Ты, Зин, не сильно и перерабатываешь. А за что мне перерабатывать? За бесплатно? У нас и так вон два месяца вместо зарплаты одни авансы. А мне, простите, в магазинах долг никто не дает. И газ тоже не бесплатный. А что с зарплатами? Да не знаю. Всю бухгалтерию ведет Зинович, контролирует Андрей. Я постараюсь во всем разобраться и вам сообщу результат. Зарплату лучше дайте. Ага. Пойдем. Что? Начни с бухгалтерии. Я в этом ничего не понимаю. А я по первому образованию бухгалтер, могу помочь. Где шеф? К жилищникам пошел. Тебе чего? Ты почему не приехала? Я тебя ждал. Зачем ты пришел? Я не могу без тебя. Слышала 100 раз. Что дальше? Будем прятаться по углам,
бегать по гостиницам в райцентре. Знаешь, Андрей, мне надоело. Я честно ждала, когда ты продашь эту ферму. Мы будем вместе, у нас появятся деньги, и мы наконец уедем из этой дыры, чтобы начать новую жизнь. Ну, то есть так? Ты мне обещал. Ну, что ты от меня хочешь? Ну, я, что ли, не хочу продать эту ферму? Ты же сама все знаешь. Знаю. Но больше так продолжаться не может. Либо ты разводишься, либо домой, к жене. Тосечка, я тебя очень люблю. Что ты делаешь? Встань. Ты что, сама сошла? Сейчас кто-то войдет. Андрей, пожалуйста, встань. Нет. Ладно. Давай в обед на нашем месте. Обещаешь? Да, обещаю. Пожалуйста, встань. Доброе. Доброе. Ко мне? Да. За квитанциями пришел. Ясно. То есть распечатай графики ярмарок. Из райцентра звонили, мы участвуем. И квитанции для Андрея Борыча. Да, сейчас. Да. Буду ждать. Да. Пишу. Слышь, ты, кажется, не догоняешь. Мы тебе после уроков таких пропишем, мало не покажется. Где? На капище? Ой, я же забыл. Вы же такие бесстрашные, что туда не ходите. А ты типа смелый, да? Есть немного. А что? Ребят, идите сюда. Идите, идите, не бойтесь. У нас тут завелся чел, который считает, что он ничего не боится. Лично я считаю, что он полный балабол. Но у него есть возможность доказать обратное. Как тебе такая идея? Идешь на ключи, сидишь там до 12 ночи и снимаешь все происходящее на видео. Ну а после показываешь его нам. Согласен. Когда? Давай в любой день до выходных. Ну тогда в пятницу, после школы и до ночи. Хорошо. Только если не посидишь, можешь сразу ехать к себе домой. Это было тупо. Он тебя подловил и подставил. Это он думает, что подставил. А я ведь не место. Ты что, пойдешь на ключи? Ну, пойду, а что-то такого. Это плохая идея. Туда даже взрослые ночью не ходят. Ну, у меня теперь нет выбора. Привет, ты не занят? Смотря для чего. Надо обсудить финансовое положение фермы. Ну так это не ко мне, это в бухгалтерию. Но ты же хозяин. Ты тоже. Хотела, вперед и с песней. Анатолий Зинович у себя. Это бухгалтер? Да. Андрей Егорович. Андрей Егорович, там насос снова поломался. Надо что-то с поилками делать. С сегодняшнего дня по всем вопросам к новой хозяйке. Она же ничего не знает. Ведь да мне все равно, что там с поилками, коровами, насосами и вообще всем остальным. Забыли обо мне. Забыли. Хорошо. И квартальный отчет распечатайте мне, пожалуйста. Почему зарплату не платите? Так цены на корма поднялись. Пришлось урезать. А вы не пробовали распределять деньги не за счет сотрудников? Это ж не я принимаю решение. Мне что сказали урезать, я то и урезал. Я так понимаю, вот это неприличная сумма за корма? Да, это за сено. Есть еще за силос, а остальное все свое. А сено с силосом почему чужое? Так все поля у Копылова в аренде. Нам негде сеять. А у нас своего ничего нет? Ну, условно, конечно, есть. Что значит условно? Все наши паи на ключах, но туда из местных никто не пойдет. Подождите. Вы что, хотите сказать, что у нас есть земля, на которой мы можем выращивать сено? Но мы этого не делаем, потому что место якобы проклято? Ну да, но понимаете, это же люди, они боятся. Да вы издеваетесь.
Ладно, какие есть еще варианты, кроме ключей? Договориться с Копыловым. Это исключено. Какие еще? Ну, сходить к главе, может, у него есть какие-то резервы. Но это вряд ли, поверьте. Как зовут главу? Иван Иванович. Добрый день. А Иван Иванович у себя? Да, но он сейчас в район собирается, а я на обед. Так что, если вам что-то срочно, давайте быстрее. Да. То есть нет, это нужно обсуждать. Скажите, что у вас за духи? Такой знакомый аромат? Это винтаж. Духи 1932 года. Точно. Я просто забыла название. Простите, а вы мне не напишите? А то я хочу подруге сделать подарок, она обожает этот бренд. Да, конечно. Спасибо. А сколько они стоят, хотя бы приблизительно? Дорогущие, мне мой мужчина подарил. Держите. Хорошо, когда мужчины способны делать такие подарки. Добрый день. Не помешал? Что ты хотел, Сереж? Иваныч, у себя? Уезжает он в район, завтра приходите. Тузенька, мне очень срочно. А ничего, что я первая пришла? Барышня, а вы, собственно, по какому вопросу? Не ваше дело. Иван, здорово, Серега. Да, да, Валик звонил, говорил, ты поехал еще. Да. Давай завтра это обсудим. Ты с юристом придешь, чтобы проблем не было. Да, вы что-то хотели? Да, здравствуйте. Меня зовут Ольга Хворост, я хозяйка фермы. Хотела с вами обсудить аренду паев. А вы сдать или взять? Взять. Ну, вот, замечательно. Вот как раз обсудить это с Сергеем Владимировичем. Он как раз сдает. И завтра с юристами ко мне. Все, ребят, извините, я спешу. Пока. Прошу. Так что там с паями? Вы, получается, сдаете? Хотел. Ну, тогда мы можем завтра скооперироваться и сделать прямую передачу. Нет. Почему? А я передумал. Вы знаете, кто? Обидно, да? А вы считаете, только вам можно в последний момент решение менять? Я все равно засею поля. Что вы засеете? 5 соток в саду? Ключи. Ключи? Серьезно? Удачи. Мы еще посмотрим, кто кого. Тосечка. Андрей. Ну что опять не так? Все не так. Ты хотел поговорить, говори. Нам надо еще подождать. Ольга не выдержит, сбежит. Да, свою часть доли она нам теперь не отдаст, но нам и половины хватит. Вот именно хватит. Хватит, Андрей. Я устала ждать и слушать, слушать и ждать. Ты меня убеждал, что все будет хорошо, и что? Ты правда рассчитывал, что она просто так возьмет и отдаст тебе свои деньги? Так она мне сама предложила. Неважно. Вообще мне нужны эти деньги, мне нужен ты и все. Ну что ты мне предлагаешь? Ты мне предлагаешь уйти гордо, голым и босым? Оставить все Юльке и Сашиной жене? Но почему именно я должен это делать? Это ферма моего отца. Это они не имеют к ней никакого отношения. Я беременна. Уже 12-я неделя. Мне надо становиться на учет, так что извини. Ты либо сейчас решай, либо я уезжаю. Собираюсь и уезжаю. Куда? Куда угодно. И не хочу, чтобы моему ребенку потом сказали, что его мать тварь или шлюха. Я никому не позволю так сказать, слышишь? Я люблю тебя.
У нас будет ребенок. Вот озеро. На холме капище, а за озером вот эти вот лес и поля – это живые ключи. Странно как-то. Ключи называются живыми, а люди почему-то умирают. Где логика? Не знаю. Может, раньше там была вода, а потом болото? А сейчас тоже болото? Там, где ключи, да. Короче, я пойду с тобой. Если что, кто-то кого-то вытащит. Серьезно? Может, не надо? Ты ж под это не подписывалась. Слушай, у тебя сейчас реально есть два варианта, чтобы остаться в живых. Первый – это рассказать маме и не пойти, но тебя будет все бить и чморить. Либо второй – воспользоваться моей помощью. По-моему, глупо меня переубеждать. Да, ты права. Кать, постой. Я знаю, как нам избавиться от Ольги. Только ты мне должна в этом помочь. Хорошо? Папа, а ты говорила, никто из местных туда не ходит. Не надо, чтобы они нас видели. Почему? Да кто знает, она внучка ведьмы, еще как наколдует. Ты реально в это веришь? Тихо. Это же дядя Андрей. Интересно, что они там вместе делали. Да, не нравится мне все это. Ладно, пошли. Здравствуйте. А вы ветеринара видели? Юлю? Она в ясли пошла. К детям? К телятам. За коровниками отдельное здание вон там. Спасибо. Привет. Привет, Оль. Я решила засеять живые ключи. Во всяком случае, мы можем взять суду в банке под будущую прибыль. Как ты считаешь? Ну, если честно, мне кажется, никто не согласится работать на ключах. Может, лучше с Копыловым переговорить? Он же просто назло тебе делает. Нет. Не отдаст он теперь паи. Удавится, не отдаст. Я же все всем испортила. Тогда не знаю. Хочешь, делай, только сильно не рассчитывай. Нет, это теперь дело принципа. Если надо, сама сяду за трактор. О, Боже. Ну что, мои хорошие, мы сейчас все быстро сделаем. О, Андрей Егорович, да? Мне подпись ваша нужна. Так это к Ольге Николаевне. Так у нее нет прав визировать финансы. Пожалуйста, дело срочное. Где подписаться? А вот здесь. Это все? Да, спасибо. О, что нового? Ольга Николаевна решила засеивать ключи и заготавливать свои корма. Да ладно. Серьезно. Она поехала домой объявление распечатывать. Ну, флаг ей в руки. Как все начнется, пригласите меня, хочу на это посмотреть. Но люди недовольны. Может, ее отговорить? Не надо. Пусть сеет. Чем больше у нее будет не получаться, тем лучше. Может, скорее поймет вообще, что ей тут не место. Все, я у себя, если что. Ну, что будем делать? Да как всегда.
О, ма, ты чё? Ничего, просто проветриваю. Блин, я тебе сейчас такое расскажу. Заходи в гостиную, я сейчас спущусь. Да, давай только быстрее, а то есть очень хочу. Иду, иду. Откуда такие богатства? Тетя Юля нагрузила в помощь голодающим. А как у тебя первый день в новой школе? Да без проблем. А в роли животновода-любителя? Плохо. Кстати, ты поможешь мне расклеить объявление? Легко. Еда тут бомба. А что ты хотел мне такое рассказать? В общем, я могу ошибаться, но дядя Андрей из меня тетя Юля. А с чего ты это взял? А я его видел с какой-то гёрлфренд в лесу. В лесу? Мам, не в плане видел их. Ну, ты поняла. Я поняла. Они вдвоем из леса вышли, со стороны капища. А как она выглядела? Ну как? Красивая, рыжая, с вот такими вот глазами. В общем, деревенская секс-бомба. Понятно. Никита, никому об этом не говори, ты меня понял? Да кому я тут расскажу? Я ж никого и не знаю. Так что там за объявление? Ты же за сколько она такие деньги платит? За месяц, наверное. Да вы что, серьезно, на ключи пойдете работать? Да за такие деньги я у черта лысого пахать буду. Лёва, звони. Узнавай, что да как и когда выходить. Зинович, это правда? Алло? Да, нужны. А вас не смущает, что это ключи? Отлично. Спасибо вам огромное. Да, приезжайте прямо туда. До свидания. Есть. Привет. Привет, Валик. Вкусно пахнет. Завтрак не будешь? Нет, спасибо. Что-то случилось? Случилось. Только не говори, что мы на тендер не успели. Да нет, хуже. Мой друг тронулся, а я вот этот момент как-то пропустил. Угу. Я в лавы был. Ага. Он сказал, ты ПАИ не сдаешь. Серега, ты ничего не хочешь мне сказать? Не. Так, а вот это твое не А, оно никак не связано с новой хозяйкой фермы, которая, кстати, эти ПАИ себе хотела взять? Я ничего ей не обязан давать. Понял? Ты видел, как она на меня смотрела? Как? Как будто потратил на меня лучшую часть своей жизни. Да я в минуса уйду, а помогать ей не стану. Ну все. Приехали. Ты на нее запал. Ой, ни на кого я не запал. Она мелкая, вредная. Да она... точно запал. Да не запал я. Так, кто на кого запал? Никто не запал. Давай, садись, лопай и дуй в школу. Че это с ним? Лопай и дуй в школу. Ну все, я пахать. Что-то как-то стрёмно. Ну и стой. Я больше денег заработаю.
все бросили и бежать. А тракторист и вообще в церковь побежал, от греха подальше. Лешему все равно, что там тебе пообещали. Да. А это вы о чем сейчас? Вы что? Вся деревня гудит. Так Леший на ключах объявился, мужики его видели. Так они так дёру дали, что всю технику побросали. Ну, черт ее сюда принесли. Ключи пахать придумала. Теперь точно жди беды. Извините, я на ключах пахать не буду. Вот ваш аванс. Извините. И что теперь? Слушай, а у кого мы корма закупаем? Так у Копылова. У него все берут. Тут больше не у кого. Монополист, значит. Mm-hmm. Ну ничего, мы эту монополию немножечко потрясем. Мама говорит, сегодня точно может что-то случиться. Что тут может случиться? Да блин, коньки туда отбросят, вот и все. Слышь, ты чего так боишься? Это он должен бояться, а не ты. Опа, смотри. Слушай, я уточнить насчет завтра. Ничего не отменяется, да? Да нет, все в силе. Не, ну смотри, в принципе, можешь не приходить. Лох, это больно, но не смертельно. А ты в курсе, да? Слышь, ты че? Миха, Миха! Тихо, ребята! Пошли. Будем ждать видеоотчета. Будем. Блогер. Эти что, блогинг какой-то, видео свои тупые снимает. Мне страшно. Да не верю я во всю эту муть. Да-да. Какие люди? Что привело вас ко мне? Будете опять просить паи после фиаско с ключами? Нет. Моя фирма хочет расторгнуть договор с вашим холдингом. Коров будете кормить энергией солнца? Очень смешно. Нашла другого поставщика. Серьезно? Хотите назло мне отморозить уши? Перед тем, как купить вашу ферму, я изучил все документы, вы банкрот. Покупать корма в другой области вы не сможете, это самоубийство. А вы меня совсем за идиотку принимаете? Я обзвонила несколько агрохолдингов. Даже с доставкой их корма мне обойдутся в два раза дешевле, чем ваши. Что за демпинг от конкурентов? А это не демпинг, это, по-моему, кто-то зажрался. Я зажрался? Я вам корма продаю по самой большой скидке. Плюс бесплатная доставка. Вот это вы называете самая большая скидка? Что скажете? Скажу, что кто-то ворует у вас, притом по-крупному. Что вы имеете в виду? Вот мои накладные, на те же товары, смотрите. Ну, это же в три раза дешевле. Угу, а вот здесь даже в четыре, смотрите. А кто может воровать у своих? А тут и думать нечего. Либо тот, кто подписывает, либо тот, кто ведет финансы. Или оба. Вы скажите, я могу распечатать эти накладные? Да, да, конечно. Секунду. Алло. Да, Людмила Васильевна. Как не было на английском? В смысле с мальчиком? Как? Никита? Новенький? Да, хорошо, да, я скоро буду. До свидания. Что случилось? Да, дочь не была на уроках, ушла с каким-то Никитой гулять. Вашу дочь Катя зовут? Да, откуда... Новенький Никита ваш. Угу. Понятно. Едем в школу. Да, на моей быстрее. Здорово, френды! Это снова я, Никитос. И сегодня я буду проверять паранормальное явление, которое местные называют леший. Водится он в лесу за моей спиной, куда сейчас мы с Катей. И отправимся. Let's go! Пошли. Фух, пойдем. Аккуратно. Да я знаю не больше вашего.
Дети говорят, что Катя ушла после уроков сразу же с Никитой. Какие дети? Куда ушла? На ключи они пошли. Мальчик, пожалуйста, расскажи, что случилось. Коля. Новенький этот с Михой забился, что на ключах до 12 ночи просидит и все на видео снимет. А Катька, блин, с ним пошла за компанию. Спасибо. До свидания. Я вот все думаю, неужели это правда? Ты о чем? Ну, это легенда ваша. Типа, кто тут побывает, умрет. Отец мой здесь был и погиб. Знаешь, когда моя мама умерла, то... Сочувствую. Это давно было. Я только в школу пошла. Она что, тоже утонула? Нет. Она была агрономом. Горело поле. А вот для тушения они брали из озера, тянули шланги. Потом пошел дождь, а мама надышалась гарью, попала под линию. Двухстороннее воспаление, осложнение и все. Бабки на кладбище шептали, что видели ее на капище, что это и леший мстил за свою воду. А ты с кем живешь? С бабушкой? Почему с бабушкой? С отцом. Он меня никому не отдал. Сам растил. Он у меня такой. Крутой. Да, мой тоже крутой был. Сейчас темнеть начнет. Да. И связи, кажется, нету. Да, подожди секунду. Ну что, друзья, пошел уже третий час, а тут все так же тихо и нудно. Нету никаких леших, ведьмаков, вурдалаков и прочей нечисти. В общем, скукота. Кто это? Где? Да, это кабан, наверное. Нет, это леший, идем. Все, дальше не проеду. Я позвоню в МЧС, лес прочешем, а вы продолжайте набирать. Вдруг связь появится. Вау, это же бомба! Я взорву YouTube и заработаю кучу денег. Для начала нам нужно выбраться отсюда. Да. По-моему, мы пришли оттуда. Или отсюда. Так, без паники. О, как раз последняя палочка осталась. Я попробую по GPS высечь. Да-да-да-да. Надо только на дерево забраться. На, подержи рюкзак. Сейчас. Кубик положи во внутренний карман, окей? Хорошо. Есть, отлично. Есть. Что? В сети. Звоните, звоните. Алло, мам? Никита, вы где? Мам, я на дереве, мы тут заблудились. Тут слева какое-то озеро, а справа... Никита! Что случилось? Отключился. Он говорит, что он на дереве и слева видит озеро. Слева, значит, они недалеко от просеки. Катя! Никита! Катя! Ты живой? Да, только нога болит сильно. Помогите! Вон они! Папа, мы тут! Ты как? Все в порядке. Никита, кажется, ногу сломал. Смог, где болит? Внизу, возле стопы. Я посмотрю. Аккуратнее. Спокойно, надо в больницу. Пап, мы не хотим. Дома поговорим. Бежи. Оп.
Пойдем. Хорошо подумала. Отстань. На чужом несчастье счастье не построишь. Карты плохие падают. Ну и пусть. Карты не врут. Ну и пусть. Пропадешь ты с ним, ты меня погубишь. Ну, вроде справились. Так, убери-ка. Да, давай сюда. Хорошо, что всего лишь растяжение. Ничего, через неделю будешь бегать. Ма, включи Wi-Fi. Никита. Так, я к Катьке побежал. Она там одна? Я провожу. Лечись, студент. Спасибо. Вы извините за то, что я вам наговорила. Это все нервы. Проехали. Это вы меня простите с этими паями. Если вы не передумали, забирайте. И карма, конечно, тоже в долг. Вам главное с бухгалтерией своей разобраться. Да, конечно. Спокойной ночи. До завтра. Ой, прости, Андрюша, а ты что тут делаешь? Да проверить насос надо, Витя жаловался. Ты забыл, конечно, что у нас сегодня годовщина. Прости, я забегался, еще и без подарка. Ладно, неважно, главное, что мы с тобой вместе. Я люблю тебя, ты любишь меня, а дети, дети ведь будут, правда? Пойдем домой. Я мясо замариновала, вина купила. Хорошо. Едь домой, ставь мясо. Полчаса, и я буду. Я буду ждать.
с коровами? Сейчас вот. Что это может быть? Понятия не имею. Мы на все болезни каждый месяц стандартно проверяем. Коровы вакцинированы. А тут не одна полегла, а практически все. А отравиться они не могли? Могли. Но тогда это корм или вода? Вода нет. Мы вчера новый насос поменяли, а экспресс-анализ воды ничего не выявил. А вот новую партию кормов вчера привезли. Вот ее надо проверить. Корм, значит. А когда будут готовы результаты по корму? Я лично отвезу, чтобы было быстрее. Молоко, естественно, сдавать нельзя. Надо предупредить молокозавод. А куда его? Куда-куда. Придут результаты анализов, там поймем. Вы не переживайте, мы все сделаем. Скажите, вы были сегодня в конторе, видели бухгалтера? Нет, я раньше приехал, а он к 8 приходит. Если что-то будет известно, я вас очень прошу, сообщайте мне сразу. Конечно. Работаем. Молоко сливаем в отстойники до результатов анализов. Приветствую. И вам не хворать. Чего с утра пораньше ко мне? Ну так мне это, справку нужно о доходах. Сын квартиру в кредит взять хочет, но я как поручитель. Я как про корову знал, так сразу к вам, пока это все медным тазом не накрылось. А что с коровами? Как что? Падеж массовый. Тут с ночи все на ферме. Говорят, кормом потравили. О, что теперь будет? Как что будет? Расследование начнется. Хозяйка к Копылову побежит. О, черт. Забыл. Я ключи забыл дома от сейфа. Я сейчас... Так, а справка? Да, справка. Справка потом. Слушай, давай потом. Все потом. А вы что тут делаете? Так к Зиновичу пришел за справкой. А он развернулся и ушел. Куда? Да кто же его знает? Он вообще сегодня странный. Перепуганный какой-то. Я ему как про коров рассказал. Его затрясло даже. Затрясло, говорите? Трубку не берет. Ничего, далеко не убежит. Да что случилось-то? Не могу я на это смотреть. Все, перекур. Юль, какой перекур? Не надо. И так все злые. О, начальство наше забегало. Что опять случилось? Что случилось? Нечистая вас сюда принесла. Вот что случилось. Перестаньте хамить. А то что, вы меня уволите? За правду? Какую правду? А такую. Жили нормально, работали, пока ваше семейство на ключи не полезло. При чем здесь вообще ключи? Вы мне еще про лешего расскажите. Я расскажу. Вас предупреждали не трогать. Нет, чешется и в одном месте. Кормов ей своей захотелось. Ну, хотела, получай. То есть это я виновата, что коров потравили? А кто? Ну скажи, что ты сюда приперлась? Сидела бы у себя за границей, всем бы хорошо было. Исчерпывающая аргументация. Ах, ты умная, значит, да? Вот так иди сама отдай и сливай в навоз, а с меня хватит. Оля! Где Андрей? Андрей дома. Сказал, что плохо себя чувствует. Сейчас он будет себя еще хуже чувствовать. Что делаем? Что-что? Пойду людей верну, а ты в город с анализами. К
ты моя умница. Все идет как по маслу. Там, на ферме, сейчас такое творится. Не знаю, мне страшно. Если все узнают, что это я. Да кто узнает? Люди все на Ольку подумают. Они ей бойкот объявят, вот и свалят к себе в Варшаву. Она не будет бороться. Она ж звезда, фигуристка. Привыкла, что ей все в рот заглядывают. Да аплодируют стоя. А если она не уедет? Уедет. Больше никто с ней работать не захочет. Впрочем, так для нее даже лучше. Не знаю. Как бы мы сами себе не навредили. Дневную выручку ты уже потерял. Еще и скотину жалко. А снотворного им вреда не будет. А пока придут результаты анализов, Ольга сдастся. Так плохо, что уже с утра к любовнице приехал. Я читала, что только после 16-й недели начинают толкаться. Честно. А мне кажется, я его слышу. Ну, может быть, ее? А может, и ее. Ну. Да-да. Привет. О, привет, заходи. Я быстренько, пока перемена. Как ты? Да ничего, нормально все. Прикинь, с утра уже 50 тысяч просмотров. Да, там все с ума сходят. Говорят, что мы крутые. Мы теперь мега крутые. Так а что там Миха, в обломе? Нет, он наоборот передает респект и уважуху. Не ожидал я от него такого. Я не хотела тебя расстраивать, но они уже делают ставки, когда мы... Ой, да не парься ты. Не такой уж этот леший страшный, раз от нас убегал. Все будет хорошо. Ладно, я побежала. Пока. Привет. Привет. Как Катюха? Получила вчера по полной, натуралистка юная. Понятно. Ты уже слышал? Что? ЧП на ферме. Какое ЧП? Кто-то животных потравил, и Ольге работники объявили бойкот. Я не понял, кто потравил? Да хрен его знает, звони ей. Да, Сергей. Ольга, что у вас там произошло? Я не могу говорить, я за рулем. А где я подъеду? Я сейчас еду домой проверить Никиту, потом снова на ферму. Дома меня дождитесь, я буду через 10 минут. Хорошо. Ага. Я потом перезвоню. Ты тут? Ну что, меня уже ищут, да? Толя. Какого черта ты сбежал? А что мне делать? У нас цены на корма космические. Ольга узнает все, привет. Ну и что, что узнает? Ты документы подписывал, нет? Ты поставщика выбирал, нет? Вали все на Андрея. Так он скажет, что он не в курсе. Ну что, что скажет? К тебе какие претензии? Страшно мне. Если кто узнает, что это ты. Ну, то есть мы. Ну, в общем. Ты меньше языком трепи, и будет все хорошо. Не могу я. Я боюсь, что выдам всех. Ну, я врать не умею. Если еще прессовать начну, так все. Ты что, в тюрьму хочешь? Не хочу. В твоих интересах сейчас сидеть и тихо сопеть в трубочку, ясно? Доказательств, что это ты подтасовал деньги, нет.
Запаникуешь, начнешь колоться, все, тебе хана. А тебе? Я тут ни при чем. Если ты, гнида, хоть раз заикнешься обо мне, ты до тюрьмы не доживешь. Понял? Понял, понял. Ничего. Это мы еще посмотрим. Кто тут ни при чем. Опять что-то замышляете? Мам, 100 тысяч просмотров. Правда, в комментариях не верят, что Леша настоящий. Что? Да неважно. Да нет, сынок, говори, я тебя слушаю. Ну, говорят, типа подстава. Ну, главное ж эффект. Точно. Эффект. Подстава. Че это с ней? Не знаю. О, это ведь вы? Это я. Что я? Это вы придумали этот цирк с Лешем? Какой цирк? А что, это отличный план. Нанять артиста, который будет бегать по лесу, пугать местных. Продать нам испорченный корм. А потом за бесценок купить у нас ферму. 5.25. Мне это не нужно. А кому это нужно? Хороший вопрос. Значит так, я предлагаю сесть где-нибудь, спокойно все обсудить. Может быть, совместными усилиями мы поймем, кому это выгодно. Только не мне. Поехали. Короче, Зиновича я так и не нашел. Мне девочки справку распечатали. А теперь нужна подпись начальства. Так сходи. Так нет никого. Час уже жду. А это не Андрей Куртко вроде его? Андрей Егорыч! Не услышал. И вообще он какой-то странный в последнее время. Тоже мне загадка. Тут одна баба мозг выест, а с двумя вообще труба. Итак, с чего вы взяли, что я имею отношение ко всей этой мистификации? Потому что это очевидно. Вы давний поставщик фермы. Так. Получающий неплохой доход. Так. А тут вдруг мой свекор решает отказаться от ваших услуг и засеять живые ключи. И в этот момент появляется леший, который начинает всех пугать. Вам не кажется это совпадение странным? Да что за логика? Вы меня еще в смерти вашего свекра и мужа обвините, для того, чтобы вам карма продавать. Мне не приходило это в голову, а теперь пришло. Слушайте, успокойтесь. Я никого не убивал. Если вам настолько это принципиально, давайте разовьем договор, покупайте карма у кого хотите. Но имейте в виду, я ни к смертям, ни к лешему, ни к падежу скота на ферме никакого отношения не имею. Ну хорошо, а кто имеет? Откуда я знаю? Я не верю ни в проклятия, ни в леших. У меня есть только факты. Две странные смерти, непонятно кто, бегающий по полям. В конце концов, я просто хочу знать, что здесь происходит. Ты поэтому решил не продавать ферму? Из-за мужа? А мы уже на «ты» перешли. Извините. Ничего. Так даже легче. Да, я считаю, что моего мужа убили. Это как-то связано с ключами. Я так и сказала следователю в полиции. Пусть ищут. Давайте. Давай,
посмотрим на ситуацию с другой стороны. Ведь не только мне было выгодно продавать вам корма, но и кому-то у вас выгодно было их покупать и по той же причине не засаживать свои поля. Понимаешь? Ты, кстати, разобралась с этими дикими цифрами в платежках? Нет. Бухгалтер куда-то исчез, а Андрей был занят, я потом с ним поговорю. Алло? Да, я сейчас буду. Что случилось? Бухгалтера убили. Где он? Сюда нельзя. Я хозяйка фермы, у меня есть для вас информация. Подождите. Стойте. Зато теперь мы знаем, что все смерти не случайны. Что случилось? Ольга Хворост предоставила нам документы, из которых следует, что вы и убитый А.З. Буряк, состоявший в должности главного бухгалтера фермы, обворовывали предприятие на крупные суммы денег. Я ничего не знал об этом. Там везде ваша подпись. Послушайте, меня мало волнуют дела фермы. Да, мне приносили какие-то документы, я их подписывал. Ну что там было, я не в курсе. Работники утверждают, что видели вас возле ангара в предполагаемое время смерти. Это неправда, меня там не было. А где вы были с 11 до половины 12? Ну, я был дома. Кто это может подтвердить? Никто, я был один. Я спал. Понятно. В таком случае я вынужден задержать вас по подозрению в убийстве до выяснения обстоятельств. Но я никого не убивал. Ну, все так говорят. Вот это вот прочитайте, напишите с моих слов. Записано верно, и подпишитесь. Думаешь, Андрей мог? Живы. Что с анализами? В анализах обнаружены опиаты. Кто-то подсыпал животным, пошел наркотический эффект. Именно поэтому они не могли подняться. Но как только действие пройдет, все будет нормально. А что происходит? Анатолия Зиновича убили. Андрей в тюрьме. Как убили? При чем здесь Андрей? Он не мог. Коров потравить, значит, мог, а убить нет? Но как вы можете? Пожалуйста, давайте успокоимся. Успокоимся? Как Зинович навеки? Да где Андрей мог взять наркотики? И зачем ему травить коров на собственной ферме? Может, ему и незачем. А вот его любовница ведьме очень даже с руки. Он пошла на поле, насобирала и подсыпала. Вы врете. Слушай, по-моему, ты одна не в курсе, что они у тебя под носом встречаются. Ты что, знала? Оля! Да, Юля, я видела их вместе. Вместе? Да она от него беременна. Юля. О, смотри, к Тоське побежала. Сейчас все волосы повыдирают. Здоров. Привет. Чего тебе? Ой. Ой. В боку кольнуло. Старость, она не радость.
Видишь? Что она делает? Топиться собралась. Стой! Нет! Нет! Стой! Юля! Стой! Я не могла родить ребенка! Успокойся, ты ни в чем это не виновата! Это я! Тихо! Сейчас поедем домой. Я пойду. Машину пока все. Ближе подгоню. Все, 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 успокойся. Юля, помнишь, ты мне говорила, что Тося и Сашу окучила? Да. Сейчас поедем ко мне домой. Я тебе кое-что покажу. Мне интересно твое мнение. Ты меня слышишь? Да, хорошо. Едем, едем домой. Чего разлеглась? Собирайся. Уезжаем. Ты что, совсем тронулась? Ты куда собралась на старости лет? В бега, по твоей милости. Говорил я тебе, не лезь. Не цепляйся так женатому. При чем тут это? Притом, ты думаешь, я не знаю, что это ты коровам отравы подмешала? Об этом все знают. И про ребенка твоего от хахаля тоже. И она? Ты что, меня не слышишь? Я говорю, все. А Андрей что? Арестовали твоего Андрея. Говорят, бухгалтера убил. Как арестовали? Когда? Какое убийство? Очнись, девка. Ты что не понимаешь? Для них ты ведьмина отродье. Тебя во всем обвинят. И что деньги воровал для тебя. И что бухгалтер как свидетеля убил. И что коров потравил с твоей помощью. Хочешь... дитя в тюрьме родить? Когда убили бухгалтера? В обед. Андрей не мог этого сделать, он со мной был. Куда его увезли? Надо ехать туда сейчас же. Вот это правильно, собирайся. Мы в район поедем. Ты там со своим Андреем повидаешься, заявление напишешь. Главное, быстро, детонька. Ты еще не все знаешь. И я не могу тебе все рассказать. Это хорошо, что Андрей сейчас в тюрьме. Смерть рядом ходит, ждет его. Поверь мне. А вы что, купальный сезон открыли? Типа того. А вы куда опять собрались? Мы к нам, тут скучно. А у меня конфеты и приставка. Отлично. Сухую одежду мне принеси. Окей. Надо было к вечернему автобусу выходить. Замерзнем, пока кто-то остановится. Нельзя нам ждать, нельзя. Бабушка, ну может, ты придумала все? Ну что с нами сделают? Камнями же не забросают. Много ты понимаешь, молода еще. Я в туалет просто хочу. Беременна, еще и холодно. Сил нет терпеть. Ну так иди, только по-быстрому. Все, подожди. Я сейчас. Если увидишь машину, тормози. Бабушка! Бабушка! Бабушка, господи! Что ж, бабушка, ты как? Бабушка! Что ж такое, бабушка? Да что ж?
Помогите! Господи, помогите кто-нибудь, пожалуйста! В общем, вот такие вот находки и ситуация на сегодня. Нет, ну это точно для нее духи. Слушай, а ты на самом деле думаешь, что Андрей и это причастны к гибели Саши? Я хочу все это показать и рассказать полиции. О чем рассказывать? О Лешем? Или о том, что кто-то гулял по лесу, да браслетики бронил? А духи о чем они говорят? Да ни о чем. Может, Саше понравился их запах, он тебе хотел такие же подарить. Подождите, я вспомнила. В общем, в тот день, когда Саша погиб, у Андрея было ужасное настроение. Он со всеми ругался, а потом вечером куда-то ушел и не отвечал на звонки. Ушел? А куда ушел, ты не знаешь? Не знаю. Ну, пришел очень поздно, такой на взводе. И у него пуговица на куртке была выдернута с корнем. Я его спросила, где же ты так зацепился? Он разозлился и ничего не ответил. О, Боже. Я замужем за чудовищем. Он брата из-за любовницы убил. А бухгалтера из-за денег. Да перестаньте делать выводы. Главное, непонятно, зачем Андрей мог убить Сашу. Какой мотив? Ревность, деньги? И вообще, ничего в этой истории не сходится. Такой тяжелый день. Голова раскалывается. Пойду домой. Ты можешь оставаться у меня, если хочешь. Не волнуйся, ничего я с собой не сделаю. На самом деле я чувствовала все. Просто не хотела верить в эту мерзость. Юль, ты уверен? Не волнуйся, все будет хорошо. Я выпью анальгин и лягу спать. Работу завтра никто не отменял. Она жива? Да, но сами понимаете, многочисленные переломы, болевой шок. Состояние тяжелое. Да, и возраст. Остается только ждать. Да, я понимаю. Если она придет в себя. Мы вам обязательно перезвоним. Номер оставьте у дежурной медсестры. Хорошо, только у меня телефон сломался, я номер своего мужа оставлю. Да, конечно. Спасибо вам большое. Извините, вам надо дать показания. Да, хорошо. Пройдемте. А можно вопрос? Да, конечно. Скажите, сегодня задержали моего мужа. Вы не подвезете меня к отделению? Заявление надо написать, чтобы его выпустили. Хорошо. Только сначала опишите машину, которая сбила вашу родственницу. Хорошо. Забирайте его. Я соврал. У меня есть алиби. На момент убийства я не был дома, я был у любовницы. Она может это подтвердить. Чего же вы раньше голову морочили? Ну, если бы жена узнала, мне конец. Принеси его телефон. Не надо, я номер помню. Ладно, звони своей любовнице. Пусть приезжает, пишет заявление. Будем разбираться. Угу. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Оставьте сообщение... Телефон отключен. Хотите запутать следствие? Можно все-таки мой телефон принести? Я попрошу знакомого, чтобы он пришел к ней домой и все узнал. Хорошо. А вы пока пишите, где были, что делали в момент убийства бухгалтера. Хорошо. Может, не стоило ее отпускать? Думаю, ей сейчас лучше побыть одной. В голове не укладывается.
что, если Андрей поругался с Сашей, как тогда со мной из-за фермы? Допустим, что дальше? Андрей и затащил Сашу в озеро и утопил, да? Были бы следы. А следов нет? Нет. Тося могла напоить Сашу чем-то, как коров. Тося убийца. Сама-то веришь, что говоришь? Да и Андрюха не похож на сиреника. Ну, в общем, что гадать? Нужно поговорить с Андреем. Узнать, что произошло в тот вечер. Что это за записка, духи. Здравая мысль. Андрей? Да, Андрюх. В смысле, пропала? Я понял, проверить перезвоню. Тося пропала. На телефоне отвечает, просит съездить к ней домой. Юля. Все, уже глаза выпадают. Да, ну и что делать будем? Не знаю, мы уже во все переиграли. Фильмы, как-то не хочется. Слушай, а давай в кости. У меня как раз тут кубик есть. Что это? Ну смотри, ты, короче, кидаешь его, и у кого больше выпадет число, то ты победил. Сейчас только кольцо оторву. На что? Да давай на жвачки. Окей. Слушай, он, походу, с пластинок собран. Есть чем поддеть? Да, сейчас. Не знаю. Блин, походу, это пароль. Надо срочно к маме. Нет никого. Куда они могли пойти на ночь глядя? Да никуда. Они здесь особо ни с кем не контактируют. Долго еще? Пожалуйста, это очень важно. Алло. Андрюх, нет никого, все закрыто. Серег, слушай меня внимательно. Я не убивал Толю. Меня подставили. Тося единственный свидетель, который знает, что меня не было в это время на ферме. Если убийца об этом знает, ей грозит опасность. Пожалуйста, сделай что-то. Ты должен ей помочь. Ты найди ее, пожалуйста. Андрюш, мы сделаем все возможное. Не переживай. Ну что, какие мысли? Где искать бабку и Тосю? Да какие мысли? Я здесь не знаю никого. Ну смотри, если Андрей утверждает, что все время был с Тосей, тогда кого мужики на ферме видели в его куртке? Кого? Ну, может быть, об этом у них спросить? Поехали. Поехали. Мам! Мам! Сейчас я наберу. Телефон дома забыла. Давай я папе позвоню, может, они вместе? Не надо. Давай сами попробуем найти, от чего это пароль. Как в игре, только по-настоящему? Да. Давай. Я думаю, это код от сейфа с сокровищами. Вряд ли у моего папы были сокровища. Но сейф поискать стоит. А можно я с тобой? Конечно. Нет, он к нам не подходил. Я его издалека узнал. В лицо? По куртке. Он в своей куртке был и проходил мимо брикетов сена, где Зиновьевича нашли. В рабочей куртке? Ну да. А у Андрея шкаф тоже тут? Вон он. Но он закрыт.
Дело ясное. Что делать, умная? Я все обыскала. Ничего нет. Да. Если хочешь что-то спрятать так, чтобы никто не нашел, надо прятать на самом видном месте. Спорим, сейф за ней? Элементарно, Ватсон. Да. Давай, набирай. 7, 6, 3, 9. Вы понимаете, его задержали, а он не виноват. Пропустите меня, пожалуйста. Девушка, он уже 100 раз говорил. Рабочий день окончен. Все уже ушли. Покиньте помещение. Можно я его хотя бы просто увижу? Что пожалуйста, здесь я... происходит? Да вот девушка к мужу рвется, не рабочее время. Да. К мужу? Да. То есть, нет, он не муж, ну, он муж, но не мой. Понимаете, я к Андрею Хворосту. Его сегодня задержали по обвинению в убийстве. Но он не виноват, он со мной был. Вы Антонина Кулешова? Да. А где вы были? Мы вас искали, у вас телефон отключен. Так он разбился. Вот, вот документы. Хорошо, пропусти ее. Спасибо. А документы? Это свидетель по делу. А как вы его открыли? А папа код в кубике оставил. Так, посмотрим. Документы на дом, на машину. Я посмотрю? Да. Экспертиза почвы и подземных вод в районе живых ключей. Я точно такую же заказывал на ПАИ. Так, письмо из какого-то института. Профессор пишет, что состав воды уникален. Вы собственники золотого минерального дна. Подожди. По некоторым свойствам вода не уступает маршоме. А по некоторым параметрам превосходит ее. Что это значит? Это значит, что кто-то знает настоящую стоимость живых ключей, пытается устранить всех, кто стоит на пути к миллиардам. Андрей? Если бы Андрей знал реальную стоимость земли, он бы не продал мне все так дешево. Значит, это тот, кто убил бухгалтера и, скорее всего, Сашу. Не забывай про свекра. Так, надо ехать к Андрею. Дети, вы остаетесь здесь. Хотя опасных оставлять их одних. Да пусть с ними Юля посидит. Заодно все будут под присмотром. Хорошо. У вас задержан Андрей Хворост. Его можно увидеть? Минутку. О, а вы что здесь делаете? Тося, нашлась-таки. Она здесь вообще ни при чем. Она и так из-за меня пострадала. Каким образом? Ее пытались убить. Бабушку сбили. Да, она сейчас тут в районной реанимации. Да, ребят, с вами не соскучишься. Андрей, ты хочешь еще продавать фирму? Ну, вообще-то да. Только придется часть отдать при разводе. Ну, это ничего. Понятно, значит, ты не в курсе. Не в курсе чего? Надо поговорить. Давайте перекусим. Вот так. Мы с тобой обладатели несметных сокровищ. Если, конечно, с умом к этому подойти. Ну почему ни папа, ни Саша мне об этом ничего не сказали? Наверное, просто не успели. Андрей, расскажи про день, когда погиб Саша. Вы же с ним поссорились? Из-за чего? Да все из-за того же.
Я захотел продать ферму, а он, как ты, уперся и ни в какую. Договорились, что встретимся с ним и все нормально обсудим. Но встретились на капище. Он должен был показать, где будет распахивать землю. Разговор не получился. Мы опять поссорились. Мы даже друг друга за грудки потаскали. Но я обиделся, плюнул. Вернулся домой. А потом ты мне позвонила, и я вот прям как что-то почувствовал. Собрался, оделся и быстро его искать. А дальше ты сама знаешь. Пришел на озеро. Увидел его куртку. Потом его нашел. А ты? А что я? Зачем ты назначила свидание моему мужу? Что? Я ничего не назначала. Вот это я нашла в столе у моего мужа. Так она здесь ни при чем. Это я ей духи подарил. И записку у Саши спрятал. Ну, чтоб Юлька не спалила нас. Банально скажи. И никакой тебе теории заговора. Да. Номер скрыт. Может, из больницы. Я им твой номер давала. Алло. А, да, ага. Алло, да. Хорошо, мы сейчас приедем. Что с бабушкой? Она пришла в сознание и хочет тебя видеть. Она знает имя убийцы. Стартуем. Так, Катя, левую ногу на красный. Есть. Никита, правую ногу на зеленый. Не могу. Что-то ваши родители задерживаются. Решают, что с миллиардами делать. С какими миллиардами? Денег. Мы нашли документы, что ваши живые ключи просто джекпот. Понятно, чего их леший охраняет. Я бы тоже свое золото охранял. Фу, да ну... О, вот наконец и ваши родители вернулись. Сейчас у них все и узнаем. Виктор, что случилось? Не кричим. Тихо собираем вещи и в машину. Ты за рулем, ясно? Да ясно. Откуда он о воде узнал? А главное, как бы он смог завладеть землей и ключами? Предлагаю это у него и спросить.
Не спят еще. Дверь открыта. Никита! Катя! Телефоны все тут. Ну, может, ко мне побежали или к Юле? Добрый вечер. Добрый. Если вы на ферму, то там все в порядке. Не, мы просто снова детей потеряли. Так они с Виктором и Юлией куда-то поехали. Я как раз с фермы возвращался, и они грузились в машину. Когда это было? Куда они поехали? Ну, в сторону фермы, туда. Виктор, отпусти детей. И что? Оставить тебя? И кто мне за тебя что даст? Вы серьезно решили променять нас на деньги? Не на деньги, а на землю. Ключи. Откуда вы об этом знаете? А не твое дело. Значит так. Сейчас пойдешь к Оле и расскажешь мои условия. Если завтра днем мне не подтвердят, что документы переоформлены, то я пристрелю кого-то из них. Ясно? Ты не сможешь. Повторяю, ясно? Ясно. Пошла. А вы чтоб тихо сидели. Ну, все, я пошла. Не сильно? Нормально. Для нужного эффекта. Сейчас вся надежда на тебя. Надеюсь, ты справишься. Даже не сомневайся. Давай руки развяжи. Да не надо. Слушай, давно хотел у тебя спросить. Что? Вот Сашку как ты в озеро затянула? А я знаю, кому на какие кнопки как надавить, чтобы получить то, что нужно. У Саши это было чувство вины. А у меня? Мне пора. Нет, не приезжали сюда. Я сейчас у Зинки спрошу. Зина! О. Слышишь, ты не видела Виктора с ветеринаршей? Нет. А хотя я видела его машину, он в сторону леса ехал. Давно? Ну, сразу после дойки, это часа полтора назад. Поехали. А что? Слушай, странные они какие-то. Ты принесла нечисто. Держи. Вы дедушку тоже из-за земли убили? Никого я не убивал. То есть он сам умер? Поговори мне еще тут. Вы же нас не убьете? Ага. Как дедушку убили? Ты что, ты заладил? Я случайно на него выпрыгнул. Я что, знал, что у него сердце слабое? А бухгалтера? Дурацкая эта идея. Ну кто в это поверит? А есть другие? Слушай, давай не будем, а? Это. Что не будем? Ну это все. Воровать? А за сына в институте ты чем платить будешь? Скрепками? Не боись, прорвемся. Прорвемся. Все на сегодня. Всем спать.
Это бесполезно. Как и где теперь мы их будем искать? Я звоню в полицию. Звони. Смотри, кто-то идет. Юля, что случилось? Где дети? Виктор. Боже мой, что он с вами сделал? Он угрожал. Никита с Катей у него. А что он хочет? Денег? Нет, он хочет живые ключи. Где он? В водонапорной башне. У него пистолет. Он сказал, что убьет кого-то из детей, если завтра до обеда у него не будет документов. Тварь. Еще он предупредил, чтобы никакой полиции. У тебя есть знакомый нотариус? Да. Я звоню Андрею. Прости, он владелец фирмы, и без его подписи документы недействительны. Я переживу. Мы же знали, что Андрей Стосий, и кто-то ходит в его куртке по ферме. Виктор вполне мог убить бухгалтера и подставить Андрея. У меня мысля приходит опосля. В машину. И что теперь будет? Ничего. Я поговорил с Ольгой. Она согласна выкупить у меня половину фермы. А ключи? Да, об этом рано говорить. Но, скорее всего, Ольга расскажет Юле. И тогда непонятно, сколько отступных она потребует при разводе. Да. Представляешь, она из-за нас утопиться хотела. Это в ее стиле. Однажды она пыталась отравиться, когда ее Сашка бросил в институте. Я ее тогда откачал. Дурак. Оля звонит. Алло. Да. Да, хорошо, я сейчас приеду. Что случилось? Виктор взял детей в заложники. Я с тобой поеду. Нет, Тось. Там же Юля. И вообще, оставайся здесь, я тебе утром перезвоню. Да, но... Послушай, номер проплачен на неделю. Подожди меня здесь, я вернусь. Все, давай. Пока. Нотариус скоро будет в офисе, он подготовит документы, и с утра можно будет оформить сделку. Андрюха не звонил? Он где-то на подъезде. Хорошо. Оль, я думаю, что все-таки нужно обратиться в полицию. Я не хочу еще раз это обсуждать. И рисковать сыном я не хочу! Ты считаешь, я хочу рисковать Катей? Пожалуйста, не надо, это все нервы. Привет. Привет. Я не хочу тебя видеть, но об этом потом. Что мы можем сделать? Есть данные человека, на которого мы должны переоформить землю до обеда. Все документы с подписями, печатями мы должны отправить на определенный электронный адрес, там все проверят. Дадут сигнал Виктору, ну и после этого он обещает отпустить детей. И ты ему веришь? А у меня есть выбор! Прости. Господи, зачем я сюда приехал? Ну зачем? Зачем я ввязалась во все это? Алло. Хорошо, я понял. Нотариус уже на месте. Давай отвезу документы. Я иду с тобой. Нет. Ты останешься. Тебе нужно выспаться, отдохнуть. Завтра очень тяжелый день. Я поеду с тобой. Оль, он прав. Но вдруг что-то нужно уточнить. Андрюха меня отвезет, да? Да, я отвезу. Я жду в машине. Все будет хорошо. Я закрою. Сергей, сообщите в полицию. Лучше перестраховаться. А как же Ольга? Она женщина. У нее эмоции. Я ее подготовлю. Спасибо. После того, как будут отправлены документы, дадите мне сигнал. Хорошо. Мы будем ждать вас вот здесь. Понятно.
И, пожалуйста, никакой самодеятельности, ясно? Я понял, понял. Они сейчас подойдут на подпись. Я пойду. Привет. Ты в порядке? Да, все нормально. Это противозачаточное. Доктор прописал, теперь надо пропить. Хоть уже это и не важно. Все важно. Ты молодая, красивая. У тебя все впереди. Обязательно. Ну, все готово. Нас ждут. Поехали. Сейчас иду. Может, ты дома останешься? Я сейчас соберусь и спущусь. Знаешь, чувствую себя какой-то скотиной. Андрей, ты не первый, не последний, кто ушел от жены. Не понимаю. Что? Как Виктор узнал о ключах? Может быть, ему ваш отец рассказал? Решил поделиться радостной новостью. Не думаю. То есть мне ничего не рассказал, а с управляющим поделился, да? Андрей, какое это теперь имеет значение? Я хочу, чтобы это закончилось все. Поскорее. Поехали. Ушел куда-то. Попробуй мне ноги развязать. Холодно. Руки не слушаются. Да давай. Занят я. Теперь вы подписывайте. Все, можно отправлять. Не совсем. В чем проблема? По требованию полиции я отправлю фото документов, только убедившись, что дети живы. Что? Оль, пойми, я привык доверять профессионалам в любых вопросах. Ты с ума сошел? Оля, хватит. Там человек без тормозов и с оружием в руках. Ты хочешь операцию сама провести? Юля! Тихо! Пристрелить бы тебя! Да стой, что намного дороже! Тихо! Хорошо. Но только если с моим сыном что-нибудь случится, я тебя убью! Оля, мы это уже обсуждали, там и моя дочь, я тоже переживаю. Извини. Но есть что-то еще, что я не знаю. У нас нет времени. Поехали в деревню, нас там ждут. Больно. Нормально. Прости, прости, прости. Что-то ваши родители не спешат вас освобождать. Может их поторопить. Они вовремя. Подорвались быстро. Пошли, пошли, без глупостей.
Где документы? Сейчас. Предлагаю обмен. Обмен. Мы тебе документы, ты нам детей. Вы что, за дурака меня держите? Я же четко озвучил. Скинуть фото документов мне на e-mail. Я все понял, понял, все. Отправляю, отправляю. Сейчас, сейчас, секунду. Все, вот, отправил. Теперь подождем. Сейчас все проверят. И в ваших же интересах, чтобы там было все хорошо. Виктор, послушай. Мы все понимаем, для того, чтобы уйти, тебе нужен заложник. Все равно какой. Возьми меня вместо детей. Посмотрим. Подождем и посмотрим. Иди сюда. Пошли. Ты спрашивал, где у тебя кнопка? Ты просто идиот. Ты как? Все нормально. Спасибо тебе. Я не ожидала. Что. Прости, я уверен, ты будешь счастлива. Конечно, буду. Ты даже не представляешь, насколько. Мы что, снова переезжаем? Это вещи дяди Андрея. Развод и тумбочка между кроватями? Просто развод. Понятно. Так, стоп. Помогай давай, понятно ему. В кладовку отнеси. Ух ты. Никит. Прекрати рыться в чужих вещах. Я только фотки гляну. Ты видела папу? Какой отстойный у него прикид. Тогда что, все так ходили? О, а вот и тетя Юля. Странно. Что странного, что фотография тети Юли в альбоме ее бывшего мужа? Вообще-то она тут с нашим папой. Она мне об этом не говорила. Загадки, тайны, расследования. Что? Ничего. Мам, я к Кате пойду. Это и это отдыхает. Здесь планируем закинуть люцерку, а здесь клевер. С агрономом согласовали? Да, это его предложение. Хорошо, это хорошо. Угу. Что? Ну, ты делать что-нибудь будешь? С чем? С кем? Ходят слухи, она в Польшу возвращается. А я тут при чем? То есть ты просто вот так возьмешь и ее отпустишь, да? Сереж, я тебе как друг советую. Вылезай из своей ракушки. Привет. Привет. Ой, голова раскалывается после суда. Как все прошло? Обыденно, как будто и не было 16 лет. Что теперь собираешься делать? Ой, решила жизнь менять кардинально. Завтра улетаю за границу. Денег теперь достаточно, никаких сдерживающих факторов нет, свободно и независимо. Ну, я рада, что ты в таком настроении. Юля, можно вопрос? Ты с Сашей когда познакомилась? Ты имеешь в виду с твоим Сашей? Угу. Я тут нашла фотографии, и, судя по всему, до меня
Он был твоим. Это же первый курс института. Мы с Сашей учились вместе. Я думала, ты знаешь. Нет, он мне ничего не рассказывал. Оль, между нами ничего не было. Так дурачились, от нечего делать. Ну ладно. Извини. Ничего. А я тебя могу попросить? Проводишь меня в аэропорт? Одно уезжать совсем грустно. Ну, конечно. Слушай, мне нужно на ферму согласовать документы в бюротеле. Хорошо, удачи. А я буду собираться в свою новую жизнь. Тебе тоже удачи. Привет. Я как раз собиралась тебе звонить. Оля, нам надо поговорить. Что-то не так с документом? С документом все в порядке. Давай отойдем. Что-то серьезное? Да. Так, чувствую, нужно взять сладкое и выпить чаю. Нет, не надо. Ты меня пугаешь. Оля, после смерти жены я не думал, что снова начну испытывать чувства. Сереж, я понимаю. Ты мне очень нравишься, правда. Но слишком мало времени прошло. Я пока не готова. Я не знаю, когда я буду готова, но не сейчас. Прости меня, пожалуйста. Это ты меня прости. Ребят, привет! Привет. Хорошо, что вы тут. Хотел спросить, от меня что-то нужно? Подпись там или рассказать что-то? А то я за вещами Бабы Ганны и обратно. Идет на поправку? Угу. Сильная старушка. Она еще всех нас переживет. Так может, я нужен или нет? Ничего не надо. Если что, я наберу потом. Ага. Слушай, ты к Юле заходила? Как она? Настроена на лучшее. Это хорошо. А то она, знаешь, такая с суицидальными заскоками. Когда Саша ее бросил ради тебя, она же чуть с ума не сошла. Я ее еле откачал. Это же было несерьезно. В смысле? Да она две банки таблеток проглотила. Я ее еще полгода успокаивал, выслушивал. Мы, знаешь, честно говоря, так и сошлись с ней. Глядишь, если бы дети были, то все бы хорошо было. Неожиданно. И, честно говоря, до этой истории с Виктором тоже о ней по-другому думал. Ну да, предложить себя в качестве заложника – это смело. Нет, я не об этом. Именно она настояла на том, чтобы я вызвал полицию. Странно. Что странно? Нет, ничего. Андрей, ты подбросишь меня до дома? Да, конечно. До встречи. Подумают, что у нас тут все крейзи. Ой, да не подумают. Я им всем расскажу, что вы тут клевые. И даже Миха. Вы все-таки уезжаете? Да. Мама выкупила часть фермы у дяди Андрея и собирается продать ее твоему папе. Жаль. Че это? Ты же теперь будешь богатой наследницей. Потому что мы больше не увидимся. Ну так в чем проблема? Приезжай к нам на каникулах. Я тебе город покажу и злачные места. Что скажешь? Я согласна. Эй, ты чего? Мы с твоим Александром тогда быстро сдружились. Я уже ему печника давал своего, печь класть. Монеты в углах заложили, все как положено. Хороший дом. Да и сосед вроде тоже не в руку, да?
Дом хороший. Только... Только не нужен он тебе никаким боком. Опять в свою Польшу собралась. Все-то вы знаете, Иван Иванович. Работа такая. Так, ну, не буду вокруг да около. Надумаешь продавать, без всяких посредников сразу мне маякуй. Договоримся, оформим. Считайте, что маякнула. Может, чайку? А что, покрепче? Можно и покрепче. Да не, я же за рулем. То, что они без тебя сдались их минимум, это уже чудо. Тулуп 4 оборота, это ж круто. Ну, я всегда верила в наших девочек. А они уже стали об этом забывать. Самое главное в тренировочном процессе – психологическая подготовка. Твои слова. Дети чувствуют себя заброшенными. Зофья, что ты хочешь? Скейтинг юнион составили расписание соревнований. Чемпионат через месяц. Уже? Зофья, ну ты отличный тренер, и я уверена, что вы справитесь. А ты хороший хореограф. И вместе мы справимся. Ну ты же знаешь, почему я здесь. Я знаю, но не понимаю. А дети тем более. В такие моменты уезжать не хочется. Так давай останемся. В чем проблема? Ты же не хотел оставаться. Ну, не хотел. Захотел. Нет, меня там Зофья ждет. Не может жена меня вечно заменять. Так ты здесь каток построй. Научишь сельских детей фигурному катанию. Чем не проект? И соревнования сюда перенесем, которые через месяц, да? Спасибо, сынок. Мы так и не узнали, что с папой случилось. Виктор всех убил. Виктор сказал, что папу не убивал. Мало ли, что он... Ты вообще к чему сейчас все это? Не, ну а с чего ему было врать? А если не он, то кто? Не сам же папа в октябре в воду полез? А вдруг у Виктора был сообщник? На кого-то ж вы землю переписали. Не на Виктора же? Хорошие вопросы. Я подумаю. Через полчаса обход, поэтому не задерживайтесь. Хорошо, мы быстро справимся. Как ты? Да, побудь. Как Андрей? Все хорошо. Андрей развелся. Мы подали заявление в ЗАГС, и через 2 месяца роспись. А Юля сегодня уезжает за границу, чему я очень рада. Виктор. Ты была права. Это он переодевался лешим, пугал людей, убил Егора Семеновича, бухгалтера. Он не хотел, чтобы продали ключи и обрабатывали, потому что там какие-то уникальные воды. В общем, все как в кино, бабуль. Кто убил Сашу? Никто. Он сам полез в озеро зачем-то. Может, затем? Зачем и Сергей недавно? Ты хочешь сказать, что... Мне надо позвонить Андрею. Все? Да. Готово. Едем? Да, только я хотела сказать, что я вряд ли сюда вернусь. Не хочется, чтобы девочка моя простаивала. Поэтому я хочу, чтобы ты взяла ее себе. Ты что, хочешь подарить мне машину? Да. Я ее уже даже переоформила. Пользуйся. Ну нет, Юль, тем более я сама скоро уезжаю. Ну ты же пока здесь, Оль. И потом, как показывают последние события, все может измениться в один момент.
Бери, а то я обижусь. Ну ладно, только знай, что она всегда тебя ждет. Серега. Что ты, господи? Мне надо с тобой поговорить. Что случилось? Не хочу пока Ольгу шокировать. Рассказывай. Слушай, а ты помнишь, как ты полез в озеро Юльку спасать? Ну да. Я все думал, зачем Саша полез в озеро? Ну так вот же ответ. Да ладно. Ты считаешь, что Сашку Юлю утопил? Серьезно? Мне сначала тоже показалась эта идея абсурдной. Но потом я вспомнил, в тот вечер, когда Саша утонул, я пришел домой, Юля пила лекарство от простуды и сказала, что простыла, замерзла. А на улице сохли ее мокрые вещи. Что это доказывает? Только то, что она простыла и постирала. Ты не понимаешь. Только она могла знать о реальной стоимости ключей и рассказать об этом Виктору. Мой папа обожал Юлю и вполне мог поделиться этой информацией с ней. А учитывая то, как она любила Сашу и не могла ему простить этого предательства, а тут еще я. Короче, она имела все основания ненавидеть всех нас. Ольга где? В аэропорт поехала. С Юлей. Я за руль, ты срочно звони Ольге, надо ее предупредить. Лучше потом попросить прощения, чем оказаться правым, но поздно. Да, поехали. Ой, полиция. Я вроде бы не превышала. Ну ладно. Сюда, пожалуйста. Сержант Марченко, план перехват. Предъявите, пожалуйста, документы. Улетай, пожалуйста, в бардачке. Машина зарегистрирована на Ольгу Хворост. Предъявите, пожалуйста, документы. Откройте, пожалуйста, багажник. Так все серьезно? Простая формальность. Гайсман Алиса. Алиса Гайсман, значит. Да. Оля, это может показаться абсурдным, но мне кажется, я знаю, кто убил Сашу. Я тоже знаю. Оля, я тебя умоляю. Если можешь, выходи из машины и жди нас. Мы с Сергеем уже едем. Я не могу сейчас выйти, но я постараюсь ее задержать. Все хорошо. Счастливого пути. Благодарю. Ну что там? Она знает, что Юля убийца, и сказала, что попытается ее задержать. Черт, вот теперь она действительно в опасности. Интересно, откуда она могла узнать? Не сейчас, ребята, не сейчас! А машина! Слушай, Юль, тут такое дело. Сигнализация сработала. Охрана из района выехала. Никиту выдернули из школы. А отключить только я могу. Я тогда... Вернусь на попутки назад, а ты можешь машину оставить на стоянке, я потом заберу. Оля, ты на этой машине гораздо быстрее доберешься. Что тут осталось до аэропорта? 10 минут? А что у Никиты в школе? Сегодня же суббота. Поняла, значит, все.
Ты о чем? Дуру только не включай. Тебе не идет, ты врать не умеешь. Идиот. Как я сразу не догадался. Красиво она всех развела. Миллионы получила, от свидетелей избавилась. Она же настояла, чтобы я обратился в полицию. Она все, все рассчитала, ты понимаешь? И Виктор обменял детей на нее, потому что у них план был. Они бы скрылись, и никто бы их никогда не нашел. По крайней мере, он так думал. А она решила не делиться. Теперь есть еще один свидетель. И если Юля в курсе, что Ольга ее раскусила, она попытается от нее избавиться. Тут и к гадалке не ходи. Поэтому мы и должны их догнать. Как ты узнала про живые ключи? А свекор похвастался. Хотел вам сюрприз сделать. Просил никому не говорить. А Виктору ты рассказала? Ну, конечно. Мне же нужен был тот, кто сделает грязную работу. Кстати, идея с Лешем тоже моя. Все шло по плану. Ты должна была подписать и исчезнуть. А я застукать Андрея с любовницей, а после развода забрать себе живые ключи. Все шло как надо, пока Андрей не решил продать ферму Копылову. Вот тогда мне пришлось импровизировать на ходу, чтобы сделка отменилась. Ты Виктора специально подставила? Ну, конечно. А зачем он мне был нужен? Представляешь, он себе придумал, что я в него влюблена. Даже смешно. Да я же их всех мужиков ненавижу. Все они одинаковые уроды. И твой тоже. Мне Саша не изменял. Зато мне изменил с тобой. И знал же, что рыло в пуху. На озеро прибежал утешать. И в воду кинулся, дурачок. Саша, да ну! Саша! Саша, да ну! Саша! Дурачок! Тормози! Тормози! Ты держись. Ты, главное, держись. Скорая уже едет. Ничего понять не могу. Мы ферму продаем, не продаем. Че собрались? Какое нам теперь дело? Главное, что проклятия никакого нет. А ты что, серьезно в него веришь? Ну ты, Зинка, дремучая женщина. Да ну тебя! Тут с такими событиями не поверишь. Коллеги, вы, наверное, ждете разгадки, какова причина нашего банкета. Ну, конечно. Да. Не будем тянуть. Мы с Тосей час назад стали мужем и женой. Минуточку. И еще в этот день мы с Тосей хотели попросить у вас прощения за то, что тогда устроили эту неприятность с коровами. Но вы можете больше не волноваться. Вчера я окончательно передал все свои имущественные права Ольге. И теперь она полностью распоряжается фермой. Понятно. Продажа опять отменяется. Да это и так было понятно. Ладно. Копылов... Говорят, по слухам, положил глаз на нашу хозяйку. Так что даже, возможно, сольемся. Горько! 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 Осторожно, осторожно, да не беги ты! Здрасте, Ольга Николаевна. Ой, привет. Вам Никит еще не надоел? Нет, что, наоборот, было весело. Мам, гордись. Твой сын закончил выпускной класс на отлично. Ух ты, горжусь и люблю. Все, грузимся.
А еще я учусь водить комбайн и стримлю прямо из кабины. У меня благодаря этому уже 500 000 подписчиков. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Конечно, хорошо. Мы же на свадьбу опаздываем. В общем, экспертиза подтвердила, что Юля специально испортила гидравлический привод. Она рассчитывала, что успеет добраться до аэропорта, а вот у тебя на обратном пути тормоза уже не сработают. Но вас остановила полиция, и она потеряла время. А что с живыми ключами? Ими Андрюха занимается, бегает по судам. Скоро будет последнее заседание. Там уже окончательно решат, законная была сделка или нет. Что с тобой? Тебе плохо? Останови машину. Хочешь, мы вернемся назад? Нет-нет, я в порядке. На минутку. Хорошо. Майя тут подумала. А может, останемся? А как же быть с фермой? Я же ее продаю. Я могу и не купить. Ну, значит, решено. Остаемся.